В КЧГУ прошло открытие года семьи. Организатором выступила 6-я школа имени Героя России Дугарбия Узденова, а также университет. Для всех собравшихся был организован праздничный концерт с участием артистов отдела культуры города Карачаевска, школьников и студентов. На мероприятии побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Семья – это место, где человек учится любить и быть любимым, заботиться о других. Это торжественное мероприятие, посвященное году семьи, приняло эстафету у года педагога и наставника. Открывая торжество, начальник управления образования Карачаевского городского округа Эльвира Эдиева подчеркнула важность роли семьи в жизни человека и является основой каждого общества. Ведь воспитание и становление каждого человека начинается в семье. А крепкая семья – это основа всего нашего будущего. В свою очередь поздравила с открытием года семьи всех собравшихся педагог с многолетним стажем, председатель первичной профсоюзной организации работников образования Карачаевска Люаза Доттаева. Именно в семье закладываются первые основы любви и созидания, которые дают возможность гармонично развиваться в нашем обществе, подчеркнула Люаза Убекировна. Я поздравляю вас всех, и тех педагогов, тех учителей, тех матерей, которые имеют свои семьи, своих детей и думают о том будущем, которое будет у них. И о тех молодых людях, у которых нет еще семьи, нет детей. Но дай вам Бог, чтобы у вас состоялась семья. Директор 6-й средней школы Карачаевска Рамиля Байчорова отметила, что этот год внесет свою лепту в возрождение авторитета семьи и укрепление семейных ценностей. Пускай в ваших домах никогда не погаснет домашний очаг, пусть в ваших семьях всегда звенит звонкий смех детей, а в домах ваших царят всегда любовь и взаимопонимание. Все участники праздника уверены в том, что такие мероприятия помогут подрастающему поколению осознать важность бережного отношения к друг другу и сохранять семейные ценности. Алихан Лепшоков, Аслан Герюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск.